Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Анапа становится краше. На курорте еще одной зеленой аллеи станет больше. Ночь искусств. Культурная акция прошла во всех библиотеках города. Поздравляем с юбилеем. Долгожительница станицы Благовещенская отметила 90-й день рождения. До открытия бассейна «Виктория» остались считанные дни. Его чаши уже заполнили водой, которая должна пройти фильтрацию. Попутно в здании идет уборка после масштабной реконструкции. На объекте побывала первый заместитель главы администрации города Анжелика Бузунова. Она оценила ход работы и поручила к открытию привести в порядок прилегающую территорию. Самое время разметить дорожки. Заполнение чаши бассейна – практически финал. Через считанные дни вода станет кристально чистой. Она уходит в систему перелива, оттуда поступает в современное оборудование, которое фильтрует и добавляет в нее необходимые химические реагенты. В администрации спортивного учреждения говорят, что остались в буквальном смысле последние штрихи, которые сопровождают любой ремонт. Понимая значение бассейна для города, сразу после окончания строительных работ мы начали приводить помещение бассейна в то санитарное состояние, которое необходимо для того, чтобы начать занятия в бассейне. Коллектив работал практически все праздники. Мы мыли стены, мы мыли окна. Параллельно работала и та компания, которая отвечает за пусконаладку оборудования. Объект осмотрела первый заместитель главы города Анжелика Бузунова. Обратила внимание на ряд деталей. В целом осталась довольна проделанной работой. Реконструкция – один из примеров партнерства муниципалитета и частного бизнеса. Город оплатил проект и приобретение оборудования. Основную часть работ выполнили на деньги частного фонда депутата Госдумы Ивана Демченко. Теперь за муниципалитетом благоустройство прилегающей территории. Поручение. Остановку сюда восстановить. С той же остановки проложат основательную дорожку там, где люди привыкли ходить. Необходимо обновить газоны и растительность. Инфраструктура вокруг бассейна должна соответствовать современной начинке. Мы подсыпем грунт, мы здесь выгребем тоже всю эту, весь этот строительный мусор, там ненужный грунт старый, будет здесь новый грунт. Там мы старые спилим акации, которые старые, аварийные, спилим, посадим новые ели. То есть мы сейчас будем заниматься благоустройством территории прилегающей. По словам Анжелики Бузуновой, на эту часть работ потребуется около 4 дней. Таким образом, их закончат синхронно с уборкой внутри. Как говорят, последние дни и часы ожидания самые длинные. Однако в итоге в Анапе открывается фактически новый бассейн. А это и новые возможности для юных спортсменов. В одном из самых оживленных мест Анапы еще одной зеленой аллеи станет больше. Сейчас самое благоприятное время для высадки саженцев. Те же, что обретают постоянное место прописки у Северного рынка – семиметровые красавцы-клены. Это особенный клен. Он очень похож на платан и здесь, на открытой для солнца площадке, будет очень уместен. Прирост за год он дает хороший. Уход обещают за этими деревьями надлежащий. Специалисты зеленстроя тщательно готовят почвогрунт. Это аллея из кленов ложноплатановых. Ну, как он называется, вообще правильное название, это клен ява. Здесь будет высажено 32 таких клена. Клены уже крупномерные, вы видите. Значит, уже сейчас вот высота где-то 7 метров. Вообще они, вот эти клены, достигают где-то 20 метров 25. Ну, это уже когда они во взрослом состоянии, это лет через 40. А сейчас, значит, уже вот эти клены, они, вот первый год, конечно, приживаемость будет, переболеет, а потом они где-то сантиметров по 50-60 будут каждый год прибавлять. Значит, поэтому, значит, аллея, это уже, она сейчас уже похожа на что-то, а, соответственно, через 3-4 года здесь уже хорошие деревья будут стоять.
Под особый контроль и опеку берут эти деревья и руководство Северного рынка. Сегодня высажено 16 кленов. Работа эта требует тщательного отношения к процессу. Очень хочется, чтобы деревья эти прижились сразу. Зеленая аллея в этом месте – настоятельное требование главы города. Здесь в скором времени по-другому будет выглядеть и фасадная часть рыночных павильонов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение провести проверку безопасности систем газоснабжения и соблюдения правил эксплуатации газовых приборов в Краснодарском крае в связи со взрывами бытового газа, произошедшими в жилых домах в Иваново и Рязани. Цитирую, необходимо усилить контроль за соблюдением требований законодательства к содержанию внутри домового газового оборудования, при необходимости организовать внеплановые проверки. Кроме того, в муниципалитетах следует более активно проводить разъяснительную работу с населением, проживающим в частном секторе и пользующимся бытовым газом. Конец цитаты. По поручению главы региона на этой неделе вице-губернатор Андрей Алексеенко проведет совещание, на котором будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования. И к другим темам. Акция «Ночь искусств», которая состоялась накануне в Анапе, была посвящена Году российского кино и Дню народного единства. Праздничные мероприятия прошли под единым девизом «Время создавать». Традиционно в акции приняли участие городские библиотеки, где можно было окунуться в мир искусства во всем его многообразии. Стоп! Почему солнце не светит? Кто выключил солнце? Как не светит? Вон все светит. Театр про театр. Миниатюра про то, как ставится пьеса в исполнении театра-студии «Индиго». Постановщики говорят, что относительно небольшая аудитория библиотечного зала, его камерность позволяет более тесно контактировать со зрителями, экспериментировать иногда на грани хулиганства. Здесь у нас есть возможность и поговорить о чем-то серьезном, и иногда похулиганить. Такая маленькая форма, малая форма, которой мы, в принципе, не занимаемся, мы делаем спектакли, либо какие-то чтецкие монологи, а вот именно формат библиотеки позволяет нам взять какую-то вот такую малую форму, заняться вот какой-то такой полуимпровизацией. Волосы русые сводят с ума, осень прокатится, платье сбросила, скоро зима. Автор и исполнитель Владимир Марченко – личность разносторонняя, подполковник запаса, врач-офтальмолог. Его импровизированный дуэт с художником и поэтессой Галиной Межеровой организаторы назвали открытием вечера, который прошел в Центральной библиотеке. Все относительно в музе, а Вася веселый черстан. Молебен Пикассо Кукурузе, играет свой банбинтон. Поэтесса отметила, что читать стихи для аудитории для нее даже важнее, чем печататься. Когда человек говорит, я пишу стихи, никому не показываю, в стол, он немножко кривит душой. Стихи – это друзья. Стихи – это твоя душа, которая говорит, как говорят поэты, по любому поводу. Мероприятия прошли на всех библиотечных площадках в самой Анапе и сельских населенных пунктах. Их гостями стали более 2500 взрослых и детей. Помимо творческих встреч для самых юных прошли мастер-классы, а также веселые интерактивные игры. Музыку! В станице Благовещенской чествовали одну из долгожительниц Анапского района. Чехоева Ольга Дмитриевна праздновала свой 90-летний юбилей. Несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему остается энергичной и бодрой, воспитывает 14 внуков и 20 правнуков. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Ольга Дмитриевна родилась в 1926 году в городе Армавир. В период сталинских репрессий ее семья была раскулачена и отправлена в Казахстан. Именно там 15-летнюю школьницу застали события Великой Отечественной войны. Работала в три смены на военном заводе. Уже позже, в послевоенное время, вышла замуж и родила 5 детей. Сегодня она в кругу многочисленных близких принимает поздравления от родных, друзей и администрации станицы. Во благо будущего поколения. Для нас, для каждого, для всех, кто
кто здесь находится и кто не находится. Мы желаем вам всего самого-самого лучшего, с юбилеем вас. В Благовещенской юбиляр проживает с 1992 года. Продолжает заниматься домашним хозяйством. А забота, которой окружают близкие Ольгу Дмитриевну, это настоящая награда для труженицы тыла, которая внесла свой вклад в развитие и становление своей родины. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.